Настроение в день выборов было патриотическим. В этот же день на Первомайской площади состоялся митинг-концерт, посвященный возвращению Крыма. На площади собрались десятки людей, пожелавших разделить настроение крымской весны. Такие митинги ежегодно проводятся в Абакане с момента событий, изменивших ход истории. Желающие делились своими воспоминаниями о городе русских моряков в Севастополе и в целом о Крыме. Артисты республиканской филармонии пели патриотические песни. Он был наш и стал наш, и будет нашим навсегда. 4 года назад произошли события, которые изменили, я считаю, ход мировой истории. Поэтому мы считаем, что все делается для того, чтобы Россия и дальше крепла, чтобы мы ощущали себя гражданами уважаемого в мире государства. Поэтому именно с этим чувством я сюда пришла, поддержать общее настроение. Мы изначально поддерживали присоединение Крыма к России, поэтому стараемся участвовать во всех акциях. И вот почти что в полном составе семьи ходим постоянно, каждый год.